Храм Девы Марии. У нас замечательный отель. Глядя на Наташу, напишите в комментах, как вы думаете, какое название отеля. Ладно, сейчас перевожу. Смотрите, наш отель. Неплохое название. Наталья 18. Наташа выбирала, кстати. Наташ, ты специально выбрала такой отель? Нет, не специально. Я интересую, что такие 18. Вечно молодой чешу. Не, может, после 18 или до 18. В общем, сейчас пойдем, покажем номер. Посмотрим с вами прекрасный Львов. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте с нами. А, львовский дождь. Так, ну вот и отельчик. Прикольно, Наташа уже там. И сейчас только час дня, а нас поселят два. В принципе, нормально. Мы уже все документы заполнили. Сейчас покажу вам отельчик, что надо, прикольный. Такой маленький, прикольный холл. Смотрите, тут этот сувенирчики. Здесь уже лежат наши вещи. Мы сейчас часик погуляем. Наташа довольная. Вот. Спросили, почему называется отель Наталья 18. И сами же придумали, что... Ну, во-первых, владельцу зовут Наталья, это точно. А почему 18? Ну, мы решили, что как 18 друзей Оушена. Так, ну, такая вот уютная рецепция. И сейчас, да? Сейчас буду показывать. Да? Все. Иду это показывать вообще уборную. Вот заходит, да? О, вообще, да. Так. Это обалдеть. Наташа, я покажу, а там наши вещи. Ты это. Посмотри. Ух ты, это вообще. Я как знаете, в ночном клубе. Во. Нет. Слушай, обратите внимание, может, я ничего не знаю. Посмотри, цельные. Вот это цельное все, плитка цельная. Я такого не видела. Может, я, конечно, не все знаю. Так, ну, как это сказать? Театр класс. Начинается с вешалки, отель с рецепцией. А приятно пахнет. Очень даже ничего. Кстати, нам сказали, что у нас номер повышенной категории, аж 25 метров. Но это от букинга. Я буду танцевать. Это спасибо букингу, еще и 10% скидка. Все, сейчас пойдем погуляем еще. Уже 50 минут осталось, а потом будем показывать вам номер. О, боже, я хочу такие зеркала. Куда мне? Я не знаю. Класс, да? Так, ну что, пишите ваши комменты. Очень это чисто, интересно. Вот нам свет включили, чтобы это так красиво сняли. Карта мира, класс. Подсолнухи. Очень красиво, вообще просто. Ну стильно так и вот чувствуется вкус. Наталье нравится в Наталье. Ну, сейчас все. А для зонтов тоже. Прикольно, да? Но только для тростей. Это красиво. Все, давай идем гулять. Будем экономить светло. Так, что у нас по это? Все, вернулись в отель, уже идем в номер. Номер 14, мой любимый. Вообще круто. Но идти тяжеловато после операции, но мы стараемся. Вот, мужчина нам помогает. Классно, интересные номера такие. Григорий? Да, дуже приятно, вот. Знаем уже, что Григорий. Где-то 17 ступенек Наташа насчитала. У нас, по-моему, последний 4-й этаж. Лифта здесь нет. Вот. Нет, это будильник, а самому вот. Вот. Самому дому 150 лет.
Смотрите, какие давние древние картинки. Вот, наверное, 7-й номер, очень красиво. Вот как номера сделаны. Вообще класс. А тут, наверное, другие эти. О, а мы кофеек зашли, взяли. О, причем я налила то, что я люблю. Американо. Туда еще эспрессо. Вот последний этаж. Как я и говорила. Вот. Стены красивые. Это 12-й номер. Вот отдыхалочка такая. У нас вообще, наверное, последний номер. Красиво как. А нет, еще есть, по-моему, на 5-й этаж. Дуже дякуємо. Вам теж. 16-17 номер. Так, ну идем. Кадёв працюю на все, но это надо вообще. Так, ну что, показываем наш улучшенный типа. Мы так подошли, так свет включился, и возле этого номер цветы. 14-й. Так, ну что, друзья мои, чувствую прохладу, так сейчас кофеёк поставлю. Сейчас разберемся. О, нам уже, слава богу, могли сумки донести. Да, это номер улучшенного типа здесь. И еще у нас 10% скидки было. Так, сейчас смотрим на обзор улочки. Ой, это наша улочка. О. По которой мы шли, вот же мы смотрели с тобой ангелочков, да, эти божики они гарные. Ты пытала, что это за собаки, чи что? Я же говорю, да. Левы. Класс. На нас никто не дивит? Не знаю. А, смотри, в окне там стена замуровала. Бачишь, не? Останнее окно, останній поверх. Ох, ой, замуровали демоны. Страшные. Так, ну давайте. Так, да, ох, номер, обзор. Прям номера. Королевская. Кажешь, что років 17 готелю. Ага. Будивли 150, сказал. Я думаю, что когда убирали, включили кондиционер. Так. Да. Это у нас тумбочки, стаканчики, бокальчики. А холодильник очень удобно. Но я снимаю, как я могу кондиционер выключить сейчас. А как он вообще включен? Сейчас разберем. Вот. Смотрите, какие узорчики здесь. Ой, а на ручке тоже красиво. Ну, кто-то так заморочился. Ну, очень чистенькая, да? Такая мебель. Как бы, ну... Я такой номер прикольный, еще такой угол. Такой. Так, а ну сейчас. Вымыкаем. Дякую мы вам, Алина. Ну, просто люди убирали и думали, что нам в холодный такой львовский денек нужен еще кондёр. Оценим чистоту. Прям вензеля, я вам скажу. Слушай, прокидаешься, а тут тебе эти... А, кстати, вот эти женщины с грудьми, с крыльями и это... Подожди, это лев с крылями из женской... Из грудьми, из женщины. Ну, слушай, как это называется? А ну, открой. Нет, грифоны, да. Боже, какая... Ну, слушай, друзья мои, вы знаете, кто вон, это? Вон. Грифоны, это да. Это грифоны? Ну, а что женщину называть грифоном? А графиня. Графиня. Так, ну, я еще не все показала. Сейчас идем. Наташа, идем оценим туалет и ванну. О, какой шум, да, от улицы? Ну, говорили, что от шума улицы люди просыпались, но как бы отель очень понравился, и мы готовы были на такие жертвы. Ну, да, это... Вот такие у нас красивые. О, сейф есть. Кстати, не во всех отелях Львова был сейф, а он нам нужен, в принципе, чтобы документы положить. Кстати, расскажу, нашла я сайт, если надо, пишите в комментариях, купили мы там быстро билеты на трамвай, ну, то есть мы купили дневной проезд, 30 гривен стоит, это меньше доллар. Доллар сейчас 37. Да, а там вот. Проезд стоит в транспорте городском 10 гривен одна 10, поездка. 10, где-то 15. Да, еще. И люди покупают у водителя. То да, есть у талончики, водителя тоже можно купить. Я думала, уже нельзя купить, можно купить талончики и пробивают компостером. А так... Ну... А мы быстро купили онлайн и пришло сразу же. Но там вы пишете свою фамилию, имя. Ну, чтобы вы, наверное, не делились этим QR-кодом. А там же написано, что он действительно при предъявлении документа, который удостоверяет. Да, то есть приходит контролер, щелкает ваш QR-код, и потом уже постит вас документ. Ваш документ. Ну, у нас никто не проверит. Так, ну давай... Даже щетка есть. Так вообще, посмотри, вот эта вот мебель просто, ну... Королевский отель. Королевская вы, Наталья. Что это? Ну, эти вот все ниточки. Приятно. Да, ну, цех мне нравится, что есть, это все-таки важно. Опять-таки повторю, что я смотрела во многих отелях, люди писали, сейфа нет. Кондиционер есть, если жарко, это очень классно. Ну, чисто. Чисто? Чисто. Ревизор Наталья? Чисто. Ну, я не ревизор, я люблю. Ну, это. Ты любишь чистоту, это правильно. Так, вот, символ отеля, кстати. Так, а почему так темно?
Вот я включила, он заходи. А, там есть еще лампочки, это может. А ну давай посмотрим. Так, захожу, значит, вот душевая, подожди, ну такой. О, а так на камере не темно, как это так работает? Не знаю, ну честно, как полумрачек такой. Туалетик, бумажка. А, есть, но ну, лампочка. Конечно же, есть не приборы. Не приборы, точнее, а мыло, душ и гель. Так, шапочки. Гель. Валера! Какие Валера, боже! Смотри, слушайте в комментах, сколько же с нами фен Валера путешествует. Валера, Валера! О! О, так нормально о, уже. Ого! Ой-ой-ой. Ну, теперь светло уже. Ну, когда моешься в душе, тоже, наверное, использовать ну, надо. Очень так прилично убрано полотенечки. А раз, два, ну, нормально. Ревизор полотенечек боже, есть. Боже, слушай, ты посмотри, даже нормально, наверное, вешает. Да, давай впервые, попробуй. Народ. О, обычно мы или на дверь цепляем, или куда-то еще. Нет, это еще а еще видеть. Здесь можно, трусы и носки можно еще сушить, включать, наверное, нужно. Я не знаю, вот эти ательеры, или как сказать, вы когда вешаете эти крючки, вы для кого их вешаете? Вы хоть раз попробуйте на них повесить, когда ты вешаешь, оно падает. В этом, в Redis, они, по-моему, в Абу-Даби очень часто. Красивый крючок, а оно ничего не держит. Я еще повторюсь, немаловажно, если вам нужно посушить трусики и носочки. Работает? Нет, думаю, что нет. Нет, сейчас же велет. Хотя бы повесить можно. Ну, да, так, ну вот такой номер отсюда большой, 25 метров. Можно. Нам прекрасная женщина на рецепции сказала 25 метров. В мене питання. А це не тут було заявлено, що тапочки? А, не знаю, та по-моему. Не в этом отеле? Ну, ты же взяла тапочки, которые мы взяли. Да, я так взяла, но заявлено. Положено или нет? А там что ты смотрела? Ой, а там какой пуфик. Смотри, еще и это, макияжный столик. Кстати, вот нам дали 6 карточек для завтрака. Мы тут сколько? 3 дня? 3 ночи, 4 дня. Ну, мне так понравилось, Наталья на рецепции выкладывает так вот. Точно, ее Наталья звали. Да, и она так раскладывает. Она так раз, вот вам раз, вот вам два и 6. Ты как будто на пианино сейчас играть будешь. Это вообще? Тандарандадан. Та-да-та-да-дан. Мне очень занавеска нравится. Занавеска узорчатая. То есть этот узор прям вот присутствует. Присутствует. Какие-то слушай, вот такие буфер. Королевские узоры. Ну, боже, я довольна. Отель просто, ну, 5, пока 5 нравится. Пять этажей, по-моему. Да, пять, мы на 4-м, отель нравится. Ну, пока рекомендуем. Еще завтрак покажем, надеюсь. Подожди. Ну, вообще, в принципе, будем на протяжении видео делиться, как он там. Ну, слушайте, диванчики есть. А мы без чемоданов. Вот сюда у нас такие номера очень, конечно, маленькие, негде чемодан поставить. А здесь просто развалиться, чемодан хоть за это поставить. Вот, вот место для чемоданов, для одного, для второго. Развалил, собирай. Наташа себя уже хорошо чувствует в отеле Наталья. Ну, слушайте, шикарно. Классно. Слушай, я вообще такой... Зачем мне куда-то ездить, нравится. Когда у тебя в стране такой, да? Ну, тики вот вопрос. Гроши, да? Вопрос денег всегда, да. Да. Так что, не, ну, слушай, мы любим ездить, любим путешествовать. Люстру я показывала, да. Ну, так что вот такое сегодня видео. Мы приехали во Львов. Будем смотреть с вами Львов. Город очень интересный. Ставьте лайки, пишите комменты. Возможно, вы были во Львове уже, будет интересно. Ну, всем пока. Отдыхаем. Пока.